Всем привет! Нахожусь возле бывшего магазина «Рябинушка» на улице Тургенева. А сейчас это магазин «Глазастик». Здесь торгуют очками. И на, как сказать, приступке этого здания лежат чьи-то перчатки, кем-то забытые. Написано handmade. Наверное, неплохие перчатки. Улица Тургенева, вот УВД. И хочу немножко поговорить о находках и пропажах. Вот когда я учился в школе, вот они лежат, ждут своего хозяина. Когда я учился в школе, на уроках английского языка учительница сказала, что если, например, в Лондоне или в Нью-Йорке там забыть зонт, например, в парке, то потом можно вернуться туда через день, например, и обнаружить, что его никто не забрал, этот зонт. То есть вот такая ситуация там. Меня это очень сильно удивило. А теперь я понимаю, почему это. Постоянно происходят и публикуются в средствах массовой информации случаи, когда человек, например, нашел на улице чью-то вещь, присвоил ее, возможно, телефон, продал его или еще что-то. Ну и вопиющие случаи, карточку банковскую, и воспользовался бесконтактным способом снятия денег. И, в общем, попал под статью. То есть в настоящее время в нашем обществе стало считаться, что находку нельзя присвоить, что нужно дать объявление о том, что вот нашел эту вещь и ищешь хозяина. Если этого не сделать, то получается, что человек вор, взял чужую вещь. Поэтому теперь и у нас тоже забытую вещь не очень-то стремятся люди брать себе. Недавно видел, карточка банковская валялась, никто ее даже не пытался поднять. То есть люди действительно стали более законопослушны. А когда-то я очень сильно удивлялся, что это такое возможно. Что кто-то, например, забудет там зонт или перчатки или что-то в Лондоне. И не спешат подбирать люди. Вот теперь я это вижу. Может быть, это, конечно, единичные случаи, но факт остается фактом. Такая тенденция уже нарастает, и воспользоваться чужой вещью уже становится наказуемо. Вот. Хорошо это или плохо, пишите в комментариях к этому ролику. Будет интересно порассуждать на эту тему. Всего вам доброго, не теряйте свои вещи, а если нашли чужие, постарайтесь вернуть. С вами был Дмитрий из Орла. Это советской постройки трехлистник, красное здание 12-этажное. 14-этажное, советское. Помню, мы когда в школе учились, бегали на верхний этаж смотреть с балкона, самолетики пускать. Это, конечно, была высотка для Орла. Вот, что еще сказать. Это улица Горького. В этом магазине в советское время был овощной магазин хороший. Это школа 22-я, старый корпус. Вот. Там завод «Продмаш». А это театр «Русский стиль». Спасибо за просмотры. Всего доброго. С наступающим.